Домбай заиграл новыми красками и звуками благодаря ежегодному фестивалю «Горные вершины». Последние деньки уходящего лета музыкальный праздник собрал талантливых исполнителей со всей страны. Атмосферу бардовской песни прочувствовала и наша съемочная группа. Альпина Курочинова-Кенжева подробнее. Чистейший горный воздух, убаюкивающий шум ледяных рек, звуки гитары переплетаются со звуками природы прекрасного Домбая. Все это ежегодный фестиваль авторской песни «Горные вершины». Люди едут сюда за перезагрузкой души и тела, за вдохновением, за позитивом. От лица министра культуры Карачаево-Черкесской Республики Зураба Замировича Агирбова также поприветствовать всех вас, пожелать вам успехов в сегодняшнем фестивале, ну и, конечно же, крепкого здоровья. Всем участникам желаю удачи, а всем зрителям услышать много хорошего, получить удовольствие и будьте здоровы. Талантливые исполнители сменяют друг друга. В их строки вслушиваешься, они заставляют задуматься о самом главном – о жизни. А звуки гитары создают романтическую обстановку, и кажется, что время безмятежно. Вглядываясь в горы, смотришь в прошлое, думая о будущем. И кажется, вот бы эта сказка длилась вечно. Радостным пусть будет расставание, наши огорчения не в счет. Горы – это вечное свидание. Кто ушел и кто придет. Туристы и участники говорят, что все на высшем уровне. Природа очаровывает, песни ласкают душу. Именно поэтому хочется возвращаться вновь и вновь. Настроение боевое, красивое. Горы – это выше всего. Да. Сходили на природу, походили по вашим горам. Ну, просто бомбически называется по-русски. Часть души остается. Да. Очень хорошо, чудесно. Удачи. Всем победы, всем. Без исключения. Много песен, хороших стихов и прекрасной музыки. Настроение. Спасибо и вам удачи. Вам спасибо. Тоже. Спасибо вам большое. О, это вообще сказка. Это моя мечта на 10-летие. Очарование. Просто восторг полный. Вот. Я говорю, вот соединение, да, вот душевного и зрелищного. Это куда просто. Голову не поверни и вот... В восторге. И потрясающий фестиваль. Первый раз на таком. Позитивные эмоции, положительные впечатления. Домбай, природа восхитительная. Всем рекомендую побывать в Домбае. В номинации «Лучшая авторская песня» победил Дмитрий Курилов из Москвы. Лучшее исполнение песен Юрия Висбора взял клуб «Времена года» село Покровская, Ростовская область. Приз жюри достался Юлии Краснокутской из Ставропольского края. 31-й Всероссийский фестиваль «Горные вершины» собрал лучших исполнителей со всей страны. А это значит, что новые знакомства и новые встречи зададут динамичный темп для дальнейшего развития и популяризации бардовской песни. Альбина Курочинова-Кенжева, Роберт Джугуданов, «Вести», Карачаево-Черкесия из Домбая.